Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня я буду вас учить играть маленькие несложные мелодии, потому что сегодняшний выпуск это экспресс-разбор. Кто до сих пор не знает, что такое экспресс-разбор, это видео, в котором я собираю сразу несколько песен или мелодий, небольших таких кусочков, которые мы учим все в одном видео. Если тебя заинтересовала данная тематика, то на канале есть целый плейлист с экспресс-разборами, обязательно посмотри. И сегодня мы с вами будем играть пальчиками. На этот раз я тебе научу играть бумер, кусочек песни из фильма Silent Hill и самое главное на сладкое, польскую корову. Ну а перед началом этого разбора обязательно посмотри, подписан ли ты на мой канал и поставь ты лайк этому видео, потому что Пепочка очень расстроится. Как же так? Почему тебя до сих пор нет в нашей укулеле команде? Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Как ты уже заметил, играем все на одной струне. Разберем сначала вступление. Вступление мы играем третий лад, затем открытый лад, затем снова третий и седьмой. 3-0-3-7. Еще раз. 3-0-3-7. И вот этот кусочек мы с вами играем 4 раза подряд. То есть 3-0-3-7, 3-0-3-7, 3-0-3-7, 3-0-3-7. Без счета. Далее у нас с вами идет основная часть. Мы играем с вами 0, 3, 3, 0. То есть... Далее играем ход 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. То есть 5, 3, 4 раза. И потом 5, 7. Все вместе эта строчка. Далее следующее предложение. То есть концовка идентична, единственное, в начале там немножко изменяется. То есть мы играем 0, 3, 3, 3, 3, то есть там 0 и 3, 3, 3, 3, как бы 4 раза троечку играем. Потом играем обратно 3, 0, 0, 0, 0. То есть 0, 4 раза получается 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0. И опять играем 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7. Давай сейчас от начала до конца в медленном темпе. Поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. И вот так вот он у тебя будет выглядеть. Супер простецкая, играется почти все на открытых струнах. Единственное, там в одном моменте будем зажимать второй лад. Мы играем два раза открытую вторую струну. Далее играем два раза открытую первую струну. Далее опять возвращаемся на вторую струну, два раза опять открытую. И один раз третью струну открытую. То есть... Далее возвращаемся на вторую струну открытую, играем ее четыре раза.
Заметьте по ритму. Та-та-та-та. Еще раз. Далее мы зажимаем с вами третью струну на втором ладу. Играем ее 4 раза. Такой же ритм, как был и на второй струне. То есть... Далее возвращаемся на вторую струну открытую, играем ее 1 раз. Далее спускаемся на первую струну, играем ее открытую 2 раза. Затем опять возвращаемся на вторую струну, играем ее 2 раза. И на третью струну открытую 1 раз. То есть все вместе. Еще раз, то чуть быстрее. Разбор на укулеле. И третья мелодия Silent Hill. Послушаем, как она у тебя будет звучать. Разберем первую строчку. Мы начинаем играть с вами с третьей струны на втором ладу. Зажимаем ее 1 раз. Далее спускаемся на вторую струну. Играем сначала ее открытую. Затем зажимаем первый лад. Затем третий. То есть... И играем 0. Затем мы возвращаемся обратно, то есть 3, 1, 0, 2, 2, 0, 1, 3, 0, 3, 1, 0, 2. Без счета. Еще раз. Далее мы играем на третьей струне. Играем сначала четвертый лад, потом пятый. Затем седьмой, снова пятый, четвертый, и переезжаем указательным пальчиком на второй. Далее играем пятый лад, затем четвертый, затем второй, открытая струна, четвертый и опять второй. 5, 4, 2, 0, 4, 2. Полностью строчка. Чуть медленнее. Теперь все полностью в медленном темпе. Теперь чуть быстрее. И данные две строчки мы повторяем 2 раза подряд. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку, дорогой мой дружок-пирожок, кто знает. Ну а если ты хочешь показать мне свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм, и самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтоб я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а для тех, кто хочет поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете купить, например, сборничек
мерчик или мой мерч в виде открыток и наклеек, ну а также просто задонатить любую сумму на Донталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают весь раздаточный материал, ништяки и плюшки, ну и, конечно же, мое признание и уважение. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!